Всем привет! У нас начинается новый челлендж. Раскрашиваю 48 часов маркерами. Можно раскрашивать любыми маркерами, можно спиртовыми, можно аквамаркерами. То есть, если есть в названии маркеры, значит, это подходит. Можно металлическими маркерами, ну, то есть металлик, у кого какие есть. И не забывайте, когда посмотрите мое видео, внизу под видео будет ссылка на видео Лены. И проходите, смотрите, что раскрасила Лена. Вот. Так, можно использовать черный карандаш и белый, белую гелевую ручку. Вот. Остальные дорабатывать карандашами, там, какими-то цветными нельзя. Самое главное, маркеры, белая, черная, белая ручка, черный и белый карандаш. Так, 48 часов. На 48 часов я взяла довольно-таки большое количество раскрасок. Не знаю, все ли я успею. Но я как раз выбрала такие дни, которые более-менее у меня не так сильно загружены. И я постараюсь выполнить хотя бы как минимум по одной работе в каждой раскраске. Я люблю раскрашивать единорогов. Прям вот как судьбой мне эта раскраска. Я не очень люблю эту раскраску, но она мне выпала в моей баночке, когда план снимала. Кто смотрел, видели. Вот. И, ну, как раз здесь маркерами пораскрашу. Я не люблю здесь ничего дорабатывать. Хотя бы просто маркерами раскрасить, и то, я думаю, будет вполне нормально. Так, вот этой книги у меня не было в плане, но я, когда узнала, что мы будем проводить этот челлендж, то решила ее взять, потому что эти узоры я раскрашиваю как раз маркерами. Ну и думаю, один или два узора я здесь как раз и пораскрашиваю. Ну, скорее всего, один, потому что книг я взяла достаточно много, по-моему, 6. И 48 часов, ну, довольно-таки все равно. Время занимает немало. Так, затем решила взять мягкую раскраску Дисней Феи. Я так понимаю, что это Фея Динь-Динь, да, раскраска у нас. Я ее пыталась раскрашивать карандашами, и она у меня застопорилась. Тут у меня, по-моему, 2 или 3 иллюстрации, по-моему, 3, раскрашенные уже 2 года назад карандашами. И вот она у меня застопорилась, потому что детали очень крупные. И, скорее всего, вот выберу что-нибудь пораскрашивать здесь. Попробую пораскрашивать здесь маркерами и посмотрим, что из этого получится. Раскраска мне нравится, так как я люблю мультик с Динь-Динь. Вот. Так, следующая такая вот креатив, я ее называю по номерам. Я здесь тоже в основном раскрашиваю маркерами. Тут довольно-таки много есть, где довольно-таки крупные. И так как я могу взять не только спиртовые маркеры, но и аквамаркеры, тонкие детали можно будет проработать именно аквамаркерами. У меня от Ста и от Сонет аквамаркеры. Так что посмотрим, что у нас получится. Что-нибудь выберу и раскрасим. Так, «Арабская ночь». Так, «Арабская ночь». Это у меня выпала раскраска тоже по баночке, по моей. И она мне выпала. Тоже выберу какую-нибудь. Я последнее время 1001 ночь маленького формата. «Арабская ночь» только есть еще маленького формата, которая называется 1001 ночь, да. Вот. И в ней я больше раскрашиваю, потому что там те же самые детали, только в уменьшенном варианте. Ну, я тоже здесь, да, что-нибудь выберу и проскрашиваю маркерами. Ну, или аквамаркерами. Ну, кстати, вот простенький прям такой. Посмотрим. Посмотрим, что. Ну, и узоры и цветы. Последнее время прям очень понравилось раскрашивать мне вот в этих креативных книжках, раскрасках. С удовольствием они у меня заполняются. И я раскрашиваю. Мне очень нравится. Как-то вот, знаете, они вроде бы простенькие, а получается очень даже неплохо. Книга полностью вся рассыпалась. Это единственная из 4, которые у меня есть. Вот этого, ну, то есть креативной книги. То есть из серии, которая у меня не прошита. Остальные все прошиты, 3. А это вот нет. Тоже бы ее надо бы прошить.
Но пока вот раскрашиваю так, как и есть. Очень мне нравятся иллюстрации. Не так много у меня пока здесь раскрашено, но что-нибудь обязательно раскрашу. Вот в прошлом месяце было. Вот. Так что буду раскрашивать. Видите, она как вся рассыпалась. Так что встретимся чуть позже. Навряд ли я буду делать включение, потому что обычно я бегом прибегаю, да, с какими дела делаю. Или, например, жду, пока закипает чайник там, или пока что-то готовится. Я здесь прям на кухне быстренько раскрашиваю. То есть даже ни о какой установке штатива, да, нет времени, чтобы пораскрашивать именно на камеру. Но все-таки, по крайней мере, хотя бы будет хоть какой-то результат. Так что встретимся с вами через 2 дня и посмотрим, что же у меня получилось раскрасить. Сейчас села пораскрашивать и вспомнила, что я даже не показала, что, какие картинки я выбрала и что хочу раскрашивать. Так, в этой раскраске вот начала маркерами вот такой вот узор из 3 цветов. И, скорее всего, еще, наверное, будут вот эти вот тоненькие полоски ручками с блеском. Вот. Темно-фиолетовый, оранжевый и розово-оранжевый. Вот. Так что как-то совсем у меня вылетело то, что нужно было показать работу, которую буду раскрашивать. Так, следующее буду раскрашивать в этой. Выбрала вот такую иллюстрацию. Лето, пляж, как раз в тему. Посмотрим. Не очень охота мне как-то ее раскрашивать. Ну, раз выпала, тем более в баночке она мне выпала, эта раскраска, значит, пораскрашу. Ну, ничего, для маркеров, я думаю, сам нормально. Так, ну и следующее хочу пораскрашивать в узорах и цветах. Непривычно так снимать. Я привыкла, когда уже сразу заранее все работы выбираю. Вот на последней страничке хочу раскрасить вот такой вот узорчик. Посмотрим, что у меня из этого получится. Здесь бы, конечно, блестящую ручку, середочку или по краям. Но блестящими ручками пользоваться нельзя. Я уже одну ошибку допустила в своей работе. Но об этом я расскажу вам позже и покажу тоже. Но так, начинаю. Пока цветовых сочетаний никаких еще не придумала. Посмотрим, что из этого получится. Так, в креативе по номерам решила идти пока по порядку. У меня здесь все уже раскрашено. И вот эта собачка у меня на очереди. Так что начинаю раскрашивать ее. Не знаю, даже ответа не смотрела, какая она там должна быть. Вот, приготовила палитру. Буду смотреть, где какой номер, и раскрашивать. Так, теперь приступаю к «Арабской ночи». Вот такой вот узор. Книги, конечно, огромные. Все равно вот они А4 и очень много занимают места. Я посмотрела. Особо меня не интересует следующая страница. Тем более она здесь такая же. Ну, то есть на целый разворот. Если я его испорчу маркерами, ничего страшного. Вот, так что пока еще тоже цветового сочетания пока еще не придумала. Всем привет еще раз. Вот и закончилось время, отведенное на челлендж. Хотя время было еще, можно было еще пораскрашивать. Но мне, если честно, за 2 дня прям надоело уже раскрашивать маркерами. Даже аквамаркера не брала. Вот. Но в то же время получилось 5 работ. Ну, я бы не сказала, что я очень довольна, но, по крайней мере, позадействовала раскраски, где есть узоры, и это тоже хорошо. Ну, и тем более единорожка. Тоже пораскрашивала одну иллюстрацию. 5 работ вполне нормально. Хотела взять, знаете, еще танцы.
Я там тоже часто раскрашиваю просто маркерами. Но подумала, что я же там в основном-то потом карандашом дорабатываю. И решила, что, ну, пораскрашиваю узоры. Будет такой челлендж очень простой. Ну, тут никаких, конечно же, шедевров нет. Но все, что есть, покажу. Не забывайте пройти внизу под видео по ссылке и посмотреть, что раскрасила Лена. Мне тоже очень интересно, что она раскрасила. Так, в единорожках здесь у меня вот такая иллюстрация, простенькая, но зато, мне кажется, летняя. Довольно-таки яркая получилась. Ну, конечно же, она выполнена полностью маркерами. Так, в геометрии Patterns. А вот здесь у меня иллюстрация, которую я нечаянно стала дорабатывать ручками с блеском. Вот здесь видно желтая ручка. Я сначала хотела вот так оставить, потом подумала, думаю, дай-ка добавлю ручку, и потом уже, когда вот получается вот эту часть я раскрасила, и я тогда поняла, что я делаю. У нас же только маркеры, нельзя пользоваться ручками с блеском. Ну, в итоге вот такая вот получилась иллюстрация, вполне яркая. Так, в арабской ночи решила поэкспериментировать. Мне не нравится, что у меня получилось. Решила выделить в круги основной рисунок, а остальное все закрасила маркерами и просто спиртом побрызгала. Не очень мне нравится, как получилось. Ну, сами круги достаточно яркие. Маркером металлика обвела круги. Ну и рамочку такую черненькую сделала. То, чтобы более-менее выделилось. Вот. Ничего особенного так. Ну, по крайней мере, раскрасилась. Я эту раскраску, вот если маленькую тысячу и одну ночь я еще как-то иногда раскрашиваю, вот это вот вообще уже давно не раскрашивала. Так, узоры и цветы. Здесь мне понравилась, мне кажется, работа больше всех из всех моих работ. Здесь вот такой вот узор. С удовольствием раскрашивала, сидела, смотрела сериал и раскрашивала. Понравилось. Ну, вообще мне сочетание серого и розового очень нравится. И вот такая. И еще темно-темно-синий здесь. Он такой сине-серый какой-то такой цвет. Вот, с обратной стороны. Вот так получилось. Как раз я не очень хотела бы раскрашивать эту иллюстрацию. И она как раз у меня заполнена. Так, ну и последняя работа, это в креатив по номерам. Здесь у меня собачка. Вот такая вот жизнерадостная, с мячиком. Бежит, торопится. Тоже вот полностью выполнена маркерами. Ну и вполне, мне кажется, неплохо получилось. С этой стороны вот так. Так что вот такие вот работы были выполнены, если можно их назвать работы так, пустячки, можно сказать. Но зато позаполнялись раскраски, и это радует. Надеюсь, вам хоть что-то понравилось из того, что я раскрасила. Всем спасибо за внимание. Обязательно пишите комментарии. Для меня комментарии всегда очень важны. Ну и всем пока, до новых встреч, отличного всем настроения.